Давным-давно на диковинном хобби-складе том, возле леса дремучего средь коней железных невиданных, повстречала Татьяна искусница ящик маленький да удаленький. Думала превратить его в вещицу милую для своей творческой горницы светлой той. Но уж много в той горнице всяких красивых предметиков было уже, что и места свободного не осталось. Так скучала деревяшечка славная все это время без девицы, пока девица красная, девица русая другие красивости делала. Добрая она была, кроткая, но ох, как не любила бесхозных вещей-то тех! Взяла-то волшебные рученьки и давай колдовать над ней со всей тщательностью. Получился ящичек миленький, но чего-то ей не хватало в нем. Поразмыслила, призадумалась и добавила всяких штук без премудростей.